Всем привет и коротко о том, как гражданину РФ через портал госуслуги можно быстро получить паспорт заграничный сроком на 10 лет с биометрическими данными. Для этого вам понадобится зарегистрироваться на портале госуслуги, скачать себе мобильное приложение, либо на компьютере вы делаете регистрацию и вносите туда свои документы, то есть свой паспорт РФ, точнее его номер, дату выдачи, а также вам понадобится внести дату регистрации по месту жительства. Следующее, туда необходимо будет внести СНИЛС и также медицинскую страховку. После чего вам нужно будет еще внести туда свой ИНН номер. Это все то, что вам будет необходимо. Далее, после того, как все эти документы будут подтверждены, на это уходит где-то около суток, вам понадобится подтвердить свою учетную запись. Для того, чтобы она стала подтверждена и чтобы вы смогли полностью пользоваться услугами портала, вам понадобится обратиться в ближайший ЕРЦ, но лучше это сделать в ближайшем отделении Сбербанка. Там при помощи вашего паспорта удостоверят вашу личность. В течение суток ваша страница начнет действовать как подтвержденная, и вы сможете зайти в раздел «Услуги», где выбрать оформление загранпаспорта на 10 лет, после чего в электронном виде заполняете заявление, все, что там будут подсказки, какое число, где его взять. Половина будет уже автоматически заполнена из ваших документов, которые вы внесли заранее. Вот. После того, как ваше заявление будет одобрено, вам нужно будет в течение ближайшего времени оплатить госпошлину. Госпошлина сейчас идет с 30% скидкой. После того, как вы оплачиваете госпошлину, ваши документы запускаются в работу. Ну и, соответственно, с момента подачи заявления идет ровно месяц. С момента подачи в электронном виде заявления, то есть на тот момент, когда вы написали, оплатили всю эту услугу, зашли, сделали предварительную заявку на то, чтобы записаться в электронную очередь на подачу документов, уже физически, соответственно, вам нужно будет прийти в кабинет, где у вас снимут биометрические данные, такие как фотография ваша специальным фотоаппаратом, и сделают скан отпечатков пальцев, которые будут внесены также в паспорт. Вот. Для подачи заявления вам понадобится только лишь регистрация на предварительную запись и понадобится паспорт, удостоверяющий вашу личность, то есть обычный паспорт. Если же у вас до этого был загранпаспорт, то его лучше прихватить с собой. Если же у вас возраст от 18 до 27 лет, то вам придется взять с собой еще и военный билет. Вот, если вам больше 27 лет или вы не военно обязаны, то билет брать нет никакой необходимости. В общем, все ссылки на прохождение этого квеста будут в описании. Кому было полезно, кому было интересно, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем пока! Постскриптум. В течение месяца с момента подачи в электронном виде вашего заявления вам обязаны выдать паспорт. То есть, соответственно, допустим, вы заполнили заявление, через 15 дней вы записались только на прием, пришли на прием, подали свои биометрические данные, и вам выдали полный перечень документов, вы его подписали, все. С этого момента у вас идет ровно 15 дней оставшихся до получения паспорта. То есть в течение 30 дней вы получите свой загранпаспорт. Всем удачи, пока!